средств на консервацию, либо вообще рекультивацию данного объекта. Но объясню причины, какие у них сложились причины недостройки этого дома, скажем так, нам не до конца понятно, но то, что его необходимо рекультивировать, если они не собираются дальше реализовывать, потому что это центр города, и я тоже так же, как и вы, абсолютно не согласен с тем, что он обрушен.